Сразу несколько республиканских общественных организаций получат гранты президента России. Как сообщает СК News, в списке победителей открытого конкурса 2012 года «Союз молодежных объединений КБР» с проектом «Шаг навстречу». Направлен он на создание условий для самореализации сельской молодежи. Сумма гранта – без малого 2 миллиона рублей. Миллион на развитие социально ориентированных, некоммерческих, неправительственных организаций республики получит Институт проблем молодежи. На 100 тысяч больше выделят проекту «Куначество». Его представило на конкурс общественное объединение «Патриот». Это одна из достаточно успешных инициатив, зародившихся в Кабардино-Балкарии. Напомним, стартовало «Куначество» всего 3 года назад, но проект уже вышел на межрегиональный уровень и проходит под патронатом полпредства в СКФО. Ну а самую большую сумму, 2,5 миллиона рублей, выиграл региональный центр социального развития «Созидание». Программа общественной организации «Мы помним» направлена на информационное и пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму. Буквально на днях центр выступил организатором открытого обсуждения стратегии национальной политики России. В списке победителей конкурса также по 2 проекта от Северной Осетии Алании, Ставропольского края, Карачаева-Черкесии и Дагестана, так что по числу общественных инициатив, которые получили поддержку главы государства, Кабардино-Балкария лидирует в округе.